Смотрите сегодня в выпуске. Профессия «Помогать». 8 июня – День социального работника. «Я профессионал». Студентка с РФТИ завоевала золото на Всероссийской Олимпиаде. Пушкинский день. 6 июня в России отметили праздник, посвященный памяти великого классика. Подробности далее. Ольга Васильевна Ушакова пришла на работу в Центр социального обслуживания в 2008 году на должность культорганизатора. Женщина придумывает различные мероприятия для досуга пожилых людей, которые посещают отделение дневного пребывания, проводит для них игровые и познавательные программы, организует концерты с приглашенными музыкантами и экскурсии по интересным местам города. Ольга Васильевна раньше работала в школе и знает, что каждому ребенку нужен индивидуальный подход. Признается, что к людям серебряного возраста нужен еще более деликатный подход. Человек с возрастом становится более восприимчивым. Не скажу, что капризным, но очень можно обидеть часто человека, просто не задумываясь даже об этом. Поэтому приходится и слова подбирать иногда нужные, чтобы не обидеть человека. Иногда и морально устаешь, потому что люди приходят не только с радостными вестями к тебе, но и с проблемами с какими-то. Также при центре есть университет третьего возраста. Здесь Ольга Ушакова ведет факультет сценического искусства для всех желающих пенсионеров и руководит вокальным ансамблем «Надежда». Свою работу Ольга Васильевна любит за живое общение с людьми старшего поколения, которые могут поделиться своим опытом. Возможность чем-то поделиться с ними и возможность получить опыт. Потому что люди к нам приходят уже с огромным жизненным опытом. Многие сами очень прожили интересную жизнь. Они рассказывают о себе. Я с ними знакомлюсь, узнаю много интересного, получаю для себя очень много информации. В Центре социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов есть отделение дневного пребывания, где саровчане могут получить медицинские услуги, заняться скандинавской ходьбой и лечебной физкультурой, посетить культурно-массовые мероприятия, встретиться с психологом. Также в центре дают консультации по различным вопросам. Может обратиться любой гражданин за консультацией, за разъяснением непонятных ему вопросов. Дадут консультацию и по социальному обслуживанию, и по мерам социальной поддержки. Это различные пособия, выплаты, компенсации и так далее. В этом отделении работают юрист, психологи, которые тоже дают консультации гражданам города, вот, которые относятся к обслуживаемой категории. Многие сотрудники центра работают на дому, помогают пожилым людям в бытовых и медицинских вопросах. В День социального работника в центре прошло торжественное награждение и поздравление всех, кто посвятил свою жизнь служению людям. Я от всей души поздравляю всех своих коллег, как социальных работников, медицинских сестер, так и других сотрудников центра, которые тоже вносят немаловажный вклад в работу всего учреждения. От них тоже многое зависит. Поэтому поздравляю всех с праздником, счастья, здоровья, крепкого здоровья вашим семьям, благополучия, мира. Светлана Ярунова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24. Екатерина Самарина учится на четвертом курсе бакалавриата по направлению технология машиностроения. В этом году во Всероссийской студенческой олимпиаде «Я профессионал» Екатерина участвовала во второй раз. Выбрала для себя 8 направлений подготовки. На отборочном этапе все состязания были в онлайн-формате. По результатам тестовых заданий студентка с РФТИ прошла на заключительный этап сразу по 5 направлениям. Теплоэнергетика, материаловедение, углеродное регулирование, машиностроение и биофизика. Машиностроение, материаловедение и теплоэнергетика, они проходили очно, там в различных городах. Это Нижний Новгород, Самара и Москва, я писала. Соответственно, давали задания. То есть задания приближены к, соответственно, тому, что мы изучаем в институте. То есть, особой подготовки даже не надо. Ты смотришь демонстрационный вариант, там вспоминаешь, что проходил. В Олимпиаде Екатерина решила испытать себя как в своих основных учебных дисциплинах, так и в дополнительных предметах. На очных этапах студентке предстояло решить прикладные задачи и кейсы, которые были приближены к рабочей сфере. В прошлом году девушка была победительницей Олимпиады по материаловедению. В этот раз Екатерина взяла золотую медаль по машиностроению, а также снова победила по направлению материаловедения. Девушка отмечает, что Олимпиада «Я профессионал» дает для студентов много возможностей. Это всякие различные конференции, это стажировки в различных местах, это бонусы от России «Страна возможностей», там больше, чем путешествия, они дают бесплатные путевки, это, соответственно, денежные премии, это баллы при поступлении в магистратуру.
Кроме всех этих возможностей, студентка получила и денежную премию. Екатерина Самарина – первый золотой медалист Всероссийской олимпиады «Я профессионал» из РФТИ. Также еще один студент Игорь Орлов принес институту бронзу по направлению физика. По Нижегородской области всего 6 медалей олимпиады «Я профессионал», из которых 2 у Саровского физико-технического института. Нам очень важно понять, какова оценка нашего труда, насколько наши знания, тот материал, который мы даем студентам, позволяет им лидировать в таких серьезных конкурсах. И, конечно, золотая медаль показывает, что все у нас здесь в порядке, что уровень знаний достаточен не просто для трудоустройства, а для завоевания медалей в такой вот крутой олимпиаде. Также с РФТИ вошел в топ-43 российских вуза по количеству медалей олимпиады «Я профессионал». Светлана Ярунова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. Продукты с огорода прямо у вашего дома. Именно такую идею вложили индивидуальные предприниматели в организацию ярмарочных павильонов на площадке по адресу Московская, 4. Бесплатные торговые площади предоставляют для садоводов и огородников, не зарегистрированных как ИП и не перепродающих продукцию. Продавать можно только свой урожай. В течение дня можете начинать торговлю с 11 до 7 часов вечера. Можете приходить, уведомить нас. Вот у нас есть правила. Памятка для арендаторов. Они могут нам позвонить, мы всегда можем подъехать и показать место торговое, где стоять, где осуществлять торговлю. Продавец может выйти в любое удобное время до 19 часов. В торговых рядах выделено 3 места для бесплатной торговли. Кроме плодово-овощной продукции, в павильонах можно реализовать саженцы, кустарники, растения, цветы. Все, что выращено на огородной земле. Мясо и молочную продукцию в ярмарочных павильонах продавать запрещено. Промтоварами мы не разрешаем здесь торговать. Только сельхозпродукцией, растениеводство. Мед, пожалуйста, можно торговать. Это продукты должны быть. Это должно быть удобно для людей, которые идут, гуляют, допустим, или идут с работы. Они некогда посетить какое-то другое место, где есть уличная торговля. Ярмарка на Московской, 4, работает круглый год. Для записи обращайтесь по телефону 8 960 197 08 49. Светлана Ярунова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. За последние полгода в Сарове сотрудники МЧС зарегистрировали 18 пожаров. Основной причиной несчастных случаев становилась неосторожность при курении. С установлением жаркой летней погоды опасность может представлять разведение открытого огня на дачных участках и в лесах. Поэтому на территории Нижегородской области введен особый противопожарный режим. В связи с этим запрещено разведение открытого огня на землях лесного фонда и на участках, граничащих с лесным фондом. То есть разведение костров и жарить шашлыки в специально оборудованных местах в лесу и на земельных участках, которые примыкают к лесу, запрещено. Пожарить шашлыки на мангале можно в специально отведенных для этого местах на расстоянии не менее 5 метров от строений. При этом рядом должно находиться большое количество воды, если вдруг огонь выйдет из-под контроля. Также территорию необходимо предварительно очистить от любых легко воспламеняющихся предметов. Нельзя разжигать мангал вблизи деревьев, даже если они высокорослые и ветки находятся на большой высоте. Стоит воздержаться от шашлыков и ветреную погоду. Сжигать мусор на дачном участке можно только в емкостях, которые не превышают 1 кубометра, а выбрать для этого лучше всего время с сентября по апрель. В противопожарный период сжигать мусор строго запрещено. За несоблюдение требований пожарной безопасности штрафы увеличивают в кратном размере. На граждан они доходят до 20 тысяч рублей. Если по вине граждан произойдет пожар, то они могут быть привлечены как к административной ответственности, так и к уголовной. Сотрудники противопожарной службы периодически проводят рейды. Если вы увидели открытый огонь, звоните по номеру 01 или 112. По сообщению МЧС, в период с 6 по 13 июня по Нижегородской области сохранится чрезвычайная, 5 класс и высокая, 4 класс, пожароопасность лесов и торфяников. Светлана Ярунова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.
Волна отравлений суррогатным алкоголем «Мистер Сидор» докатилась до Нижнего Новгорода. 2 человека умерли от отравления в Богородске. Еще несколько пострадавших остаются в реанимации. Медики борются за их жизни. Всего на территории области зарегистрировано 6 случаев отравления. Первые зафиксировали в понедельник, 3 июня, в Димитровграде Ульяновской области. Сначала там отравилось 12 человек, 6 из которых скончались в больнице. Вскоре число жертв выросло до 18 человек. 3 по 4 июня несколько жителей города Димитровграда были госпитализированы с диагнозом отравления неустановленным веществом. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, 6 потерпевших скончались. По данному факту Ульяновским следственным комитетом возбуждено уголовное дело. Предварительно установлено, что погибшие употребляли спиртной напиток «Сидр», купленный в магазинах города. Продукция поставлялась от предпринимателя из Самарской области. На предприятии в настоящее время проводятся следственные действия. Расследование уголовного дела продолжается. Напиток марки «Мистер Сидор» производили на заводе, расположенном в поселке Винтае Самарской области. Здесь делали 1000 литров смертельного сидра. Оптовый склад с опасной продукцией обнаружили и в нашем регионе. Полиция проверяет все места продажи и хранения спиртного. Склады проверяют по всей стране. В настоящее время сотрудниками полиции проводятся мероприятия по изъятию пивных напитков «Сидор», поступивших в республику из Самарской области. Изъято свыше 100 литров опасной жидкости. Мероприятия продолжаются. Во все территориальные органы внутренних дел Удмуртской республики направлена информация на предмет проверки торговых точек, занимающихся реализацией аналогичной продукции. В крови отравившихся медики обнаружили метанол. Смертельным могут быть всего 30 мл такого опасного спирта. Сначала легкое опьянение, затем тошнота, головная боль, затрудненное дыхание. Все это симптомы отравления метиловым спиртом. Если после употребления алкогольных напитков вы испытываете судороги, видите мерцание или бегут мушки перед глазами, двоение в глазах или наступила слепота, немедленно вызывайте скорую помощь. При больших дозах метанола эти чувства могут быть ярко выражены. Также у пациентов наблюдается посинение кожных покровов и падение артериального давления. Особенностью метанола является то, что по своему цвету и запаху он неотличим от этилового спирта, то бишь водки. Нижегородцев призывают воздержаться от употребления алкогольных напитков, происхождение которых неизвестно. Особенно опасен разливной алкоголь и сидр. Резонансное ДТП произошло в Воротынском районе Нижегородской области. Водитель «Ниссана», уснув за рулем, выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной «Газон Next». В результате ДТП скончались 6 человек из «Ниссана», в том числе 3 ребенка. Водитель «Газона» за медицинской помощью не обращался. Страшная трагедия произошла из-за того, что водитель не рассчитал свои силы во время длительного переезда. Часто виной трагических случаев на трассах становится утомляемость водителя. Здесь как бы один совет, то есть как бы распределять свое время нахождения за рулем. И как некоторые едут, да, там ставят себе задачу там в течение суток, полутора суток добраться до моря. Так делать нельзя. То есть время нахождения за рулем, оно должно быть распределено. То есть время на прием пищи, время на отдых. Делать остановки необходимо каждые 4-5 часов. Если за рулем вы чувствуете сонливость, глаза закрываются, то лучше остановите автомобиль и поспите. Многие водители выезжают в путешествие ночью, рассчитывая на пустые трассы. Но важно не забывать, что если вы всю ночь проведете в дороге, то сонливость может накрыть ближе к утру. Достаточно на 1-2 секунды прикрыть глаза, как уже последствия этого могут быть необратимыми. Основными из показателей данных дорожно-транспортных происшествий это является, как вот еще раз говорю, сон за рулем водителей. Потом несоблюдение скоростного режима и выезд на полосу встречного движения. То есть особенно вот в тех регионах, да, где вот Краснодарский край, Сочи, там рельеф, дорожный рельеф, он своеобразный, то есть большое количество есть спусков, подъемов и затяжные повороты. Сотрудники ГИБДД призывают водителей не переоценивать свои силы. Если вы отправляетесь в дальнюю поездку, то хорошенько выспитесь и отдохните. Не забывайте об отдыхе и в пути. Хорошо, если у вас будет сменный водитель. Запомните, что выигранные 2-3 часа в пути не стоят того, чтобы рисковать жизнью и здоровьем своим и близких. Светлана Юрнова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.
Отправиться в лес за грибами и ягодами и заблудиться звучит как страшилка. Но на самом деле такое может произойти с каждым, и особенно с тем, кто безусловно уверен в своих силах и точно знает, что никогда не потеряется. Как бы часто вы ни гуляли в лесах, это не гарантия того, что вы не заблудитесь. Самое лучшее средство обезопасить себя – тщательно подготовиться к походу в лес, даже если речь идет о недолгой прогулке. Очень часто люди именно подготовку к выходу в лес пренебрегают. То есть идут буквально на 15 минут, здесь с краешку леса, я здесь лес знаю, 20 лет хожу, на 15 минут ничего не буду с собой брать. Но минимальный набор, он обязательный, и даже на 10-минутную прогулку в лес должен быть с собой. Минимальный набор включает в себя карту или компас, средства для розжига костра, бутылку с водой, фонарик, небольшую аптечку и перекус. Весит все это немного, но в случае чего поможет продержаться в лесу, пока вас не найдут. Воду обязательно заряженный телефон. Каким бы глухим лес ни казался, что там никогда нет связи, что там ничего не ловят, телефон заряженный с собой обязательно должен быть. Есть кнопочный, пусть лучше будет кнопочный. Возможно, они действительно лучше ловят. Если современный Android смартфон, то к нему еще желательно взять заряженный пауэрбанк, портативную зарядку. Потому что высаживаются телефоны очень быстро. Самый энергопотребляемый телефон – это экран. То есть если человек пользуется навигатором либо чем-то подобным, экран горит, телефон садится очень быстро. Если вы заблудились в лесу, не паникуйте, остановитесь на том месте, где потерялись, и попробуйте выйти на связь по номеру 112. Пока ждете спасателей, обустройте место ожидания, разожгите костер, следите за своим физическим состоянием и регулируйте дыхание. Важно помнить, что вас ищут, слушать и подавать сигналы. Ирина Вышегородцева, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей, Саров, 24. Погоны с двуглавыми орлами, вышитые якоря с якорными канатами у воротника, золото на обшлагах и алая муаровая лента. Единственная в мире реконструкция мундира адмирала Федора Ушакова – жемчужина музея военно-морской славы. Выполненный по образцу 1803 года, он, однако, имел одну историческую неточность. Звезды орденов Святого Владимира и Святого Георгия в оригинале были шитыми. Как выяснилось, вот такие металлические ордена, звезды орденов, они у нас в России официально пошли с 1854 года. А до этого, то есть с учетом того, что Ушаков у нас умер в 1818 году, то есть до этого все вот эти звезды, они были сшитые, то есть шились вручную. И вы знаете, сам мундир у нас, это тоже уникальная работа, которая сделана по технологии прошлых веков. Однако стоит такая тонкая работа дорого, и долгое время средств на устранение этой исторической неточности попросту не было. Но уже в ближайшее время мундир доработают. На эти цели потратят часть средств из гранта, который музей выиграл в конкурсе на предоставление субсидий социально значимым некоммерческим организациям. Сегодняшний грант, который мы выиграли, спасибо администрации города и членам комиссии, которые посчитали правильным отметить наши достижения и желание продолжить это направление. Конечно, мы посвятим прежде всего развитию нашей выставки адмирала Ушакова, которая пользуется там бешеной популярностью в нашей стране. Вторая часть проекта, на который выделили средства – совершенствование передвижной выставки адмирала Ушакова. По просьбе посетителей музея военно-морской славы в нем сделают стенд с маршрутами выставки. На нем изобразят географию путешествия Саровской экспозиции по всей стране. Еще одна злободневная проблема музея – при поездках в другие города два стенда с экспозиции приходится снимать. Конечно, это не очень удобно, потому что выставка оголяется, мы уезжаем, а здесь библиотека проводит мероприятия, и как бы теряется сам смысл, то есть уже первая экспозиция. Поэтому мы просили, мы внесли предложение о том, что рассмотреть покупку, приобретение еще двух стендов с размещением материалов по принесению мощей. В феврале этого года передвижная выставка побывала в Йошкар-Оле, где проводили бесплатные экскурсии в течение 5 дней с 8 утра до 22 часов вечера. Саровчан приглашают туда снова. Возможно, экспозиция вновь отправится туда уже осенью.
При подготовке к международному прикладному исследовательскому конкурсу «Школа реальных дел» медиастудия «Фристайл» организовала свой рабочий процесс по методике «Скрам». Преподаватели медиастудии признаются, что многозадачность иногда накрывает с головой, поэтому команда придерживалась определенной системы. Создание бронебука соответствовали синие стикеры, создание видеовизитки розовые, итоговый отчет желтым и защите проекта зеленым. Тут видно, что уже сделано, что еще нужно будет сделать и что уже на проверке. И успеваем ли мы в сроки работы. Была достаточно сложная и объемная, но интересная. Мы сплотились вместе и узнали много нового для себя. В школе реальных дел различные работодатели придумывают задачи для участников, которые необходимо выполнить в определенный срок. Ребята медиастудии «Фристайл» провели большую исследовательскую работу, изучили успешные практики других организаций, создали маскот и разобрались, что такое брендинг. По итогу команда сделала брендбук, в котором отразила свой фирменный стиль. Юным медийщикам предстояло попробовать себя в роли дизайнеров и маркетологов. Мы соревновались в основном с московскими командами, со школами, у которых существуют медиа-классы, и со школами, у которых брендбук и фирменный стиль разрабатывали дизайнеры-профессионалы. Мне кажется, что ребята справились с задачей брендинга не намного хуже, чем это сделали взрослые профессиональные люди. Также команда «Фристайла» писала сценарий для видеовизитки и пробовала новую программу для видеомонтажа. У каждого учащегося была своя роль и задача. Капитан команды, оператор, сценарист, дизайнер и режиссер монтажа. Константин Барьков работал как оператор при съемке видеовизитки, а также как аналитический исследователь. Нам нужно было добиться теплого, уютного света, потому что наш маскот и наш слоган соответствуют добру. И мне было очень сложно добиться теплого уютного света. Задача исследователя была рассмотреть брендбуки других образовательных организаций, выявить отличия, слабые и сильные стороны, угрозы и возможности. Я просмотрел более 20 образовательных организаций. В конкурсе участвовали 40 команд со всей России. Сначала саровчане проходили заочный этап. Плодотворная работа шла в течение 4 месяцев. Медиастудия «Фристайл» попала в финал и защищала честь города в Москве перед членами жюри Высшей школы экономики. Мы начали участие в декабре месяце. У нас была такая этапная работа. Каждый месяц мы отчеты присылали различные по нашей работе. И вот с декабря по март, это 4 месяца плодотворной работы, исследовательской, практической, приехали в финале защищать очно наш проект. Оформили в виде исследования большое, оно получилось, по-моему, страниц 25, там по правилам вообще вузовской дипломной работы все оформлено было. Жюри отметили работу медиастудии «Фристайл» специальным призом. Кто такой Александр Сергеевич Пушкин, где он родился, как жил и что с ним произошло на дуэли? Об этом и не только рассказали библиотекари имени Пушкина ребятам из 13-й школы на традиционном литературно-музыкальном концерте, посвященному дню рождения великого поэта. Пушкин – это гений, который, я думаю, что пройдут поколения, и все равно, я не знаю, родится ли еще на нашей русской земле такой же гений в поэзии, как Александр Сергеевич Пушкин. Вот. Поэтому я думаю, что дети должны знать Пушкина, вот, и должны знать даже тот язык, который был у Пушкина, прошло все-таки много лет, больше 200 лет, когда он писал свои стихи. Это не просто понимать язык Пушкина. Даже сказки Пушкина, они непросты для понимания современных детей. В этом году в концерте приняли участие ученики школы номер 13. Они прочитали стихи Пушкина. А в исполнении воспитанников и педагогов детской школы искусств ребята услышали произведения Чайковского, Глинки, Ракова и других композиторов. На концерте большое внимание библиотекари уделили семье Александра Сергеевича – маме и папе, бабушке и няне. Но больше всего детям запомнилась история об отношениях маленького Саши с его старшей сестрой Ольгой. Когда вся семья собиралась на бал, Ольге шили желтое платье из старого материала. Девушке платье не понравилось. Она его не захотела одевать, я одела синее платье. Они дальше ругались, то, что надо одеть желтое платье. Но она сказала,
сказал, я лучше повешусь, чем одену то платье. И Пушкин очень хотел, он хотел поехать туда. И поэтому он там взял у мальчишки гвозди и молоток и начал бить в стену. Вот с помощью этого так они и поехали на пал. Библиотека имени Пушкина носит имя поэта уже 16 лет. К дате сотрудники приготовили для юных читателей массу интересных программ. Например, этим летом дети смогут принять участие в громких чтениях, мастер-классах, а также посетить игры дворянских усадьб, которые уже стартовали в библиотеке. Посетить их может любой желающий с 9 до 18.00. Более подробную информацию можно получить по телефону 9-17-38 без возрастных ограничений. Как были вооружены средневековые войны, кто с кем воевал и как выглядело оружие московских стрельцов. Древнерусскую историю от Рюрика до Ивана Грозного в увлекательной интерактивной форме открывают в клубе «Армир» Центра внешкольной работы. В период летних каникул для ребят из пришкольных лагерей здесь проводят исторические экскурсии. В «Армире» дополняют и расширяют знания школьных уроков истории, ведь здесь рассказывают о том, о чем почти не пишут в учебниках. Это дополняет картину мира немножко. Ну, бывают, к нам приходят вообще прям такие эрудированные дети, вот, например, библиотека недавно была, там они своими познаниями прям удивили даже, в хорошем смысле. Бывает так, что, да, в общем-то, приходят некоторые вещи, дети слышат впервые. Самым маленьким посетителем руководитель клуба «Армир» Василий Киселев рассказывает о русских богатырях и их подвигах. Ребята постарше знакомятся со средневековьем и эпохой Ивана Грозного, а также узнают про засечную черту, которая раньше проходила через Саровский лес. Для отряда из школы номер 10 урок живой истории состоял из двух частей. Сначала ребятам рассказали о времени древнерусских княжеств, показали клинковое оружие и средневековый боевой лук. Дети удивлялись тому, насколько тяжелые доспехи носили на себе воины. Я узнала, каким оружием стреляли, что носили на себе, примерно сколько это весело. Больше всего понравилось, как выглядело оружие, какие значки на них были, как выглядели все эти шлемы, потрогать все хотелось. Угу. Сама что-то сегодня пробовала делать, надевать на себя? Нет, не пробовала, но я представляю, насколько тяжело это было. Во время интерактивной части юные гости «Армира» подержали в руках мушкеты и мечи, примерили рыцарские шлемы и перчатки, подули в сигнальный рог. После мероприятия у ребят осталось много впечатлений. Мне больше всего понравилось стрелковое оружие, потому что там очень много механизмов, но это очень интересно работает. Ну, а для себя, в принципе, я узнала, как это все там делать. Вот эти вот мелкие детали, куда сыпать, то есть... Я сюда уже второй раз пришел, но здесь интересно. Так что приглашаю всех приходить сюда. Клуб «Армир» также выезжает в школы и показывает ребятам свои экспонаты. Уроки живой истории будут проходить на протяжении лета. Подать коллективную заявку можно в группе «Стрелецкая слобода» ВКонтакте или через офис Центра внешкольной работы. Ну, а дальше мы планируем все это расширять. Выходить на улицу. Ну, благо сейчас вот по проекту вам решать. Мы будем благоустраивать двор, в котором как раз будет масса новых активностей. То есть стрельба из лука, фехтование, хождение строем по тем временам, как бы, как это происходило. Ну и, в общем-то, небольшие сражения между группами. Традиционно после мероприятия ребята смогли сфотографироваться на память. Светлана Ярунова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. Озеро Светлояр – одно из самых посещаемых мест в Нижегородской области. С этим местом связаны истории и легенды. Самая известная – легенда о граде Китеже, ушедшем под воду, ставшем символом стойкости духа русского народа. Китеж – город, который не имеет достоверных описаний. Юным художникам детской школы искусств пришлось поразмышлять о том, каким он был. Как они представляют город, который когда-то, по легенде, стоял на месте этого озера, да, какая там была архитектура, какие улицы, какие жители. Вот. Но дети, они как бы лишены каких-то стереотипов,
И поэтому им проще фантазировать. Вот, и, в общем-то, активно дети участвовали в этом. Работы отправили на всероссийский конкурс детских рисунков «Град Китиш. Легенда Светлояра». Цель этого проекта – создать большую архитектурно-событийную площадку в селе Владимирском, которая находится рядом с озером Светлояр. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Подготовили на конкурс учащиеся архитектурного отделения и две коллективные работы. Техника разная, есть техника объемные, как бы объемные картинки, как, например, на этой работе, да, то есть и тут мы и мяли бумагу, и делали фактуры, и делали небольшой объем в самой архитектуре. Но основа, конечно, это наше русское зодчество. Каменная, деревянная, то есть по-другому я мало вообще представляю русские города, и дети тоже, в принципе. Результатом конкурса стали два диплома второй степени Софьи Гурьяновой и Софьи Серовой. Поощрительные дипломы получили дети, которые создавали коллективные работы. Анна Пилипец, Евгений Шикарев, Сергей Рябов, служба новостей Саров-24.